Меня зовут Евгений Горобченко, я автор и ведущий рассылки «Мечты сбываются». Сегодня мы поговорим о мечтах, о том, как необходимо мыслить для того, чтобы наши мечты сбывались. Я уверен, у каждого из вас есть мечта. Это не то иллюзорное желание, которое навязано нам средствами массовой информации, рекламой, другими людьми, родными, близкими, родственниками. Это та мечта, которая хранится глубоко внутри души каждого из нас, которая заставляет наше сердце стучать быстрее, которая будоражит разум. Та мечта, от которой наша душа радуется и поет. Это может быть мечта детства. Вспомните, мечтали быть художником, музыкантом, мечтали быть учителем, пожарным и так далее. Если вам удалось вспомнить о такой мечте, открою небольшой секрет. Храните эту мечту, как зеницу ока. Не позволяйте кому-либо украсть, не забывайте об этой мечте. Лелейте ее, поливайте ее, потому что в случае, если эта мечта осуществится, ваша жизнь станет настоящим праздником. И на пути к вашей мечте вам обязательно будут встречаться сложности, преграды, самые разные трудности, которые важно научиться преодолевать. Важно быть готовым к этим трудностям, быть гибким. Если есть цель, но трудность преграждает путь к этой цели, перепрыгните через эту трудность, через эту преграду, подкопайте снизу, обойдите ее, но обязательно добейтесь своего. Ведь невозможно остановить того человека, который никогда не сдается. Трудности – это Вселенная проверяет нас, насколько мы готовы получить то, к чему стремимся. И если мы докажем, что да, мы готовы, мы хотим это получить, тогда эти трудности перестанут мешать нам и будут всячески помогать. Это и Вселенная, для Вселенной будет понятно, что вы готовы получить это, она будет нам помогать. Также вам будут мешать люди, которые вас окружают. Это могут быть самые близкие люди, родители, дети, родные, близкие или друзья, сотрудники, которые будут вас отговаривать, будут высмеивать, будут красть ваше время. Но важно совершенно спокойно к этому относиться. Скорее всего, это люди, которые сами ничего в жизни не добились и теперь боятся, что у вас получится. Или же наоборот, боятся, что не получится и хотят сэкономить ваше время. В любом случае, вы должны не обращать на них внимания и идти к своей цели. И потом, когда вы ее достигнете, когда вы станете финансово независимым человеком, они совсем по-другому на вас посмотрят. Они увидят, что вы достигли этого. Кто-то из них будет ненавидеть вас, кто-то будет завидовать, кто-то будет уважать. Но в любом случае определенный процент этих людей потом обратится к вам с просьбой научить, показать, рассказать, как можно тоже преуспеть. Со мной такое не один раз бывало. Пусть ваша мечта априори будет считаться неосуществимой. Пусть в реальность ее достижения будете верить только вы. Не отступайте, не сдавайтесь, и вы обязательно достигнете успеха. Человек, который привык довольствоваться малым, никогда не получает большего в своей жизни, потому что он не готов, он просто не ждет этого. Я хочу, чтобы вы были в числе тех людей, которые ставят максимально высокие требования перед собой и достигают их. Поднимайте планку максимально высоко. Если вы мечтаете заработать, скажем, миллион долларов, стремитесь заработать 1 200 000, 1 300 000, возможно, даже 1,5 миллиона, и вы повышаете шансы заработать таки этот миллион. Если вы мечтаете поднять штангу весом 100 кг, поднимайте выше планку, 120-130 кг, и тогда вы больше вероятности, что вы таки поднимете штангу весом 100 кг. Человек, который мечтает лишь бы не умереть с голоду, никогда не станет успешным, обеспеченным, потому что он не готов к этому. Спортсмен, который мечтает лишь бы войти в десятку лучших,
тоже не станет чемпионом, потому что он не будет выкладываться достаточно, он не готов к этому. Бизнесмен, который мечтает лишь бы не обанкротиться, никогда не станет преуспевающим, потому что он не ждет этого. Этих людей объединяет ограничивающее мышление неудачников. Для того, чтобы им преуспеть, они должны поменять свое мышление. Они должны наполнить свой разум изобилием. Если вы будете достаточно верить в свою мечту, любая задача будет вам по плечу. Вы будете верить в нее и обязательно достигнете задуманного. Вы расширите границы своего воображения, увеличите масштаб своего мышления, и все у вас обязательно получится. Дайте себе слово, дайте обещание, что во что бы то ни стало, вы обязательно достигнете задуманного. И если ваша мечта будет заоблачной, нереальной, и вы будете достаточно верить в нее, вы обязательно взойдете на свой пьедестал успеха. Ни капли сомнений, и вы будете стоять на желаемой вершине. Все у вас получится. Вы должны перед собой ставить максимально возможные результаты, максимально возможные цели. И попытки достичь этих результатов пробуждает в человеке способности, которые до этого дремлют. То есть в каждом из нас есть способности, качества для того, чтобы быть успешным. Но, во-первых, не все знают об этих качествах. Во-вторых, не все их используют из тех людей, которые знают о них, о наличии. И те люди, которые и знают о этих качествах, и используют, они стают успешными людьми. Они входят в 5% тех людей, у которых в жизни есть все. И банковские счета с многими нулями, и шикарные автомобили, яхты, самолеты и так далее. Я хочу, чтобы вы тоже входили в число тех людей, которые достигают своих жизненных целей. Когда человек слышит слово «невозможно», у него в голове возникает препятствие, которое блокирует путь к задуманному, путь к мечте. Это стереотипы, которые пускают глубокие корни в мышление человека и мешают достичь задуманного. Стройте грандиозные планы, у вас обязательно все получится. И чем более масштабные будут ваши планы, тем выше шансы прыгнуть выше головы. Если у вас уже есть цель, увеличьте ее еще больше, и тогда у вас будет эта цель еще будет больше будоражить вас разум, и вы непременно добьетесь задуманного. Ставьте цели, пишите план достижения этой цели, и каждый день делайте хоть маленький шаг, или же большой шаг, или несколько шагов для того, чтобы достичь задуманного. Все у вас получится. Стройте грандиозные планы. Спасибо за внимание.